Вот он, лифт. Так, ну, ну что там тут сюда вернемся, да? Угу. Мы потом сюда вернемся и здесь купим билет. Окей. Спуститься можно только с 8 до 12.30. Потом это закрывается. Боже, они уже все черные. Я еще ни черта не загорел. Я подозреваю, что это бесплатный пляж. Но на него нужно каким-то образом зарезервировать место. Порт. Ну, идем к порту. Реконструкция, наверное. Да. Гвардия де Гастьера. Дни работы. Пляж. Тут красиво. Мы сейчас отсюда пойдем прогуляемся по набережной. Конечно. Уже кошмар. Смотрите, это прокат или... Походу прокат. Столько транспорта. Капец. Да. Стоило сюда спуститься, оно того стоило. Смотрите, какая красота. О, боже. Смотрите, какая красота. Оно того действительно стоило. Красиво. Смотрите. А вот эта улица, вы видите, по которой можно тоже подняться наверх. И совсем не по лифту. Ага, какое чудо. Какая прекрасная набережная, смотрите. Просто прелесть.
замечательно. Смотрите. Здесь есть отель. Так. Что это такое? Вы поняли? Это я понимаю. Заказ транспорта. Да? А транспорт, который стоит вот там. Смотрите. Ой, мне это нравится. Сейчас смотрите, какая прелесть. Какая прелесть. Люди ждут корабля. Я понимаю. Ага, мороженое можно купить и здесь. Красота. Красота. Смотрите, это набережная. На Капри, на Искью. Да. Вот вам этот. А вот и автобусы, которые... Я понимаю, что здесь можно выйти самостоятельно. Так, смотрите, люди вон ходят. Огромная просто набережная. Смотрите, люди сидят в тенечечке. Три. А это касса морская. А это рейсовые автобусы. Экспрессион Виктория. Это тот ресторан. Ну да. Мотель, который мы смотрели с вами. Шикарно. Идем гулять дальше. Лавочки на жаре без зонтиков — это пытка. Вечером, мне кажется, здесь красиво, но сейчас без деревьев здесь находиться очень жарко. Продумано для людей здесь с чемоданчиками. Смотрите, люди вышли, и чемоданы должны поднимать. Ну как-то да, не продумано. Такси наверху. Такси написано наверху. Все туда несут чемоданы. Да. Это не продумано. Не продумано. Совершенно. Окей. Пойдемте прогуляемся. Прогуляемся по причалу. Где причаливают лодки. Это частные яхты, большие и маленькие. Да нету, конечно, того изобилия, которое, допустим, на островах. Для маленького, скажем, сарен пойдет.
I know, I thought you might be getting cash because I saw the ATM was right next to it, so I figured they only do cash. But then I couldn't find you. Good job on finding me. Далековато, конечно, эти вудочки находятся. Если с чемоданчиками телепаситься, то, конечно. Ну, отсюда зато вид. Посмотрите на Соренто. О, за шикардосами. Просто бомбически. Так, парень у нас не близко находится. Еще один летит. Да, классно. Смотрите. Посадочка. Вот вам, в принципе, из бухты вид на весь Соренто. Не такой уж он и большой. Насколько мне не изменяет память. Красное большое здание. Показываю вот пальцем, да? Вот, извините. Это музей, с которого тоже открывается прекрасная панорама на Соренто. Дальше туда я не проходила. Это все уже идут... Отели, мотели дорогие, и этот комплекс тоже. Ну и все, в принципе. И на лифт к лифту мы не пойдем, мы поднимемся по этой дороге, по которой мы с вами поднимемся. Вот такая красота, смотрите. Здесь можно, конечно, долго стоять и наблюдать за этим всем чудом. Хорошая сегодня погода, сегодня продувает ветерок, поэтому жарко, если вы, конечно, укрепились, защитились от солнца палящего, то как раз так, как чудо-барка, смотрите, что нам перевозит, не знаю, баллоны какие-то, видите, чудо-барка. Депортированы. А, это, видать, на какие-то экскурсии едут туристы. Все заседают. Так. Хочу подняться вот отсюда. Да. Хочу подняться сюда, чтобы вот как-то отсюда выше было. Я могла отсюда все снять. Смотрите. Так. Да.
Ой, смотрите, поезд поехал. Красота. Да. Видите? Видите поезд какой? Посмотрим, есть тут такие, которые поднимаются пешком, как я собралась. Идут вон люди пешком. Сейчас. Посмотрим. И тут есть, смотрите, маленькая-маленькая церковь. Смотрите, какая красота. Смотрите, присядьте, блядь. Призепы. Рыбы, вы живые? Живые рыбы. Барки в застоявшейся воде. А, вы поняли. Это Соррента. Мини-копия. Да. Угу. Сейчас заглянем в ресторанчик. Конечно, мне интересно. Смотрите. Ой, какой красивый этот замок старинный. Гараж. Марина. Ага. Не, народ идет, смотрите. Причем идет активно. Но идет вниз. А не так, как я наверх.
посмотрим. Смотрите, как высоко. Я не думала, что там такая большая эта дорога. Сейчас увидим. Ну, смотрим. О, смотрите. Вот уже и вверху мы видим, что совсем чуть-чуть. Я иду к себе. Пройти, смотрите, в принципе, есть сервис, зашел себе, купил водички, передохнул и дальше пошел. Разъехаться не могут, видишь, такая большая дорога, что разъехаться не могут. Смотрите машин. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, что, я пока покурю. Que tráfico. Ладно. Ну, когда вы закончитесь? Друзья. Друзья, вы когда закончите? Так. О, смотрите. Осталось ничего, только подняться. Вот как хорошо все поднимаются.
улица ждет своих. Ой, господи, какие они огромные. Посмотрите эти кактусы. Да. Терраса. Посмотрите, вся в цветах. Белое здание в красных цветах. Thank you.
campus as well. Jumbo could just. He's not a goofy dog. Just bring him on the channel and he can talk. Along the streets of Sorrento now. Thank you.
could see up there. Go all the way. Сто процентів тут. Да. Красота, гляньте. Аве Мария. Наді грації, сеньоре конте. Сей бенедетто тра ді ной.
No, non abbiamo sempre fare te la ricotta. Dato che io trovo i clienti, trovo tutte queste stronzate qua. Tengo tutti i soldi che guadagno io. Marina piccola. Маленькая набережная. Да, конечно, тут. Видите? Пожалуйста, спускайтесь туда. Такой сельский пляжик. Пожалуйста. Это трущобный такой домик. Mm-hmm.